что они в этот момент, в данный момент должны изучать и чему посвятить время. Но это всегда сложно. И они всегда от этого начинают уходить и цеплять попутно. Всякие попутные информации, которая дается легко и думать не надо. Но они всегда знают, что в этот момент, всегда известно, что в этот момент надо делать. Надо учить математику, там, я не знаю, надо разбираться с чем-то серьезным. Но человек этот момент оттягивает, цепляя попутную информацию, которая всегда доступна. Вот и все. Никакой здесь тайм-менеджмент не нужен. Надо не, просто садиться другое, и разбираться с тем, что сложно, нет, и ты знаешь, что это. Я про другое, Хочется это заниматься, но это всегда его напряжет. И у него всегда возникает внутреннее колебание. Он и хочет этим заняться, но вот это вот такое чувство, что сейчас он будет напрягаться, оно его чуть-чуть тормозит. И он вот как находится в определенном противоречии. Понимаешь? И как только при этом возникает игра «косынка», он сразу же прыгает на игру «косынка». При том, что у него внутри есть желание заняться вот этим своим каким-то любимым или нужным делом. И делом, которым он хочет заняться. Вот поэтому вот, считаем это. Дело в том, что